Всем привет! Сегодняшний обзор про продукцию от компании Made in Nature Figgy Pops Cranberry Pistachio Super Snacks. Это энергетические шарики, как они называют свою продукцию. Заказываю впервые. Продукция веганская, вегетарианская, сыроедческая. Содержит ягоды клюквы, абрикос, финики, фисташки, различные семена и так далее. Продукция USDA Organic, натуральная, судя по отзывам, очень вкусная и достаточно недешевая на самом деле. Здесь 119 грамм, я не знаю, сколько энергетических шариков будет внутри, но все-таки взяла попробовать на пробу. Они не содержат сахара, в составе семена тыквы, кунжут, инжир даже имеется. Вот, давайте откроем, и я покажу, какие же они. Можно сказать, сыроедческие, вегетарианские и очень полезные конфетки. Выглядит вот так. Здесь, ну, штук 10-12, не больше. Давайте я попробую и скажу, какие они на вкус. Вкусные. Если вы пробовали вегетарианские батончики натуральные, вроде Байта, Роу-бары различные, Роу Революшн, то вкусы идентичны. Те люди, которые не, скажем, впервые пробуют натуральные конфеты, им, безусловно, очень сильно понравится. И так далее, потому что вкусы здесь все натуральные, такие очень спокойные, каждый ингредиент ощущается во рту. Вот. Но если вы перепробовали уже все возможные натуральные конфетки, то, скорее всего, не впечатлит. Они обычные, вкусные, я согласна, но ничего такого сверхъестественного. Скорее всего, уже не буду покупать, потому что ну, прям не такой вкус, чтобы можно было его постоянно заказывать. Но что-нибудь другое из этой серии я, конечно же, обязательно закажу и попробую. На этом все. Надеюсь, обзор оказался полезным. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Этот видеообзор подготовлен специально для сайта отзывы-iherb.ru.